В старом городе Иерусалима проживает небольшая община цыган. Покинув Индию, цыгане дом осели на Ближнем Востоке, в отличие от цыган Рома, ушедших в Европу. Живут они здесь более 800 лет и пришли сюда вместе с военачальником Салах ад-Дином. Они говорят на одном языке, но на разных диалектах, и по сей день не имеют письменности. Рома – христиане, а дом – мусульмане. Цыгане в Израиле, почти утеряв свой фольклор и культуру, недавно очнулись и пытаются это вернуть. Эта маленькая община борется за свое существование. Пожилые еще помнят свой язык домарий, а молодежь его учить не хочет, стесняясь своего происхождения. И это культурный языковой бой на выживание. Евреи их считают арабами, а арабы – цыганами. Я приглашаю вас отправиться со мной в красочный мир цыган, живущих в самом сердце Иерусалима.